добрый день, меня зовут Лиза. Сегодня у нас тренировка стретч, гибкая сила. Самое главное — это правильное положение. Плечи назад, плечи вниз, грудь вперед, затылком в потолок, шея тянется вверх, живот втянут, бедра чуть-чуть назад, колени мягкие. Начинаем сверху, влево, вправо. Бедра на месте, руки тянутся то в одну сторону, то в другую. А лопатки сзади сведены. Хорошо. Не забываем дышать. Дыхание свободное. На выдохе влево, вправо. Тянем спину чуть сильнее. Молодцы. Добавим небольшой наклон вниз. Вниз. Влево. Ай, сука. Ничего страшного. Вниз. Плечи кругами вперед, вперед и теперь назад. Разминаем плечи. Плечи у нас всегда сгорблены, когда мы сидим. Мы должны их расслабить с вами. Потянитесь вверх, скрестите руки, опустите плечи. Не забывайте, что живот втянут всегда. Расправили руки. Наклонились вперед. Округлили спину. Выгнули. Округлили. Выгнули. Плавное движение. Никуда не спешим. Не забываем дышать. Спокойно. Разминая спину. Небольшое сгибание коленей, пружиним. Да. Молодцы. Небольшие пружинки в коленях, Катя. Ага. Подтянем еще наше плечо. И пошире ноги, колени мягкие. Задействуем их тоже в нашей работе. В руки берем огненный шар. Отлично. Раз, два, три, четыре. Разворачиваем. Вперед. Плавно очень. Стой. Вытягиваемся, да. Очень плавно, не спешим. Держи себя корпусом. Когда замираем, постарайтесь сесть ниже и вытянуть вперед. Отлично. Еще. Постарайтесь проработать грудное отдел сейчас позвоночника, почувствовать, как расходятся и сходятся позвонки. Руки на колени поставили. Не спеши.
потихонечку. Отлично. Руки вверх. Резко вдох. Сбросим. Вдох. Руки вверх. Плавно с прямой спиной. Вперед тянемся руками. Голова продолжение шеи. Спина прямая. Плавно опустить. Коленки согнуть немножко. Свесились. Небольшие пружинки добавили. Расслабьте шею, плечи, грудное тело. Небольшие пружинки. Колени можно согнуть прямо сейчас. Выпрямите спину, плечи назад отведите. Упритесь руками в голень, колени прямые. Вытяните голову вперед. И снова расслабьтесь вниз, опуститесь. Ноги шире, ширины плеч. Таз назад. Перекаты. Лево, вправо. Я скреплю. Хорошо, задержались на одной стороне. Давайте вместе делать на одной стороне. Небольшой кружок. Тоже растягивается внутренняя поверхность бедра. На прямой ноге. Повернулись. Руки с одной стороны перенесите, бедром выпрямленной ноги тянитесь к полу и небольшие пружинки наводите. Хорошо? Если получается, если не готово, опуститесь на колени, задержите мой на локти и задержите на колени. Если нет, то не надо. Это еще все впереди. Молодец, Максим. Вернулись. Осторожно теперь, не открывая носков, выпрямили переднюю ногу. Под колено связываем. И снова согнули. Выпрямили, согнули. Выпрямили, согнули. Растягиваем. Согнули. Подтянули заднюю ногу. Переднюю. На пятку поставили. И еще сильнее растягиваем икру и повторяем связку. Хорошо. Так, если мы стоим здесь, то давайте так и делать, да? Лицом в эту сторону. Спина прямая, руки выпрямили. С прямой спиной. Опускаемся с прямыми ногами. Шагаем чуть-чуть назад. Ставим на носочки. Таз вверх тянем, спина прямая. Ладонями толкаемся назад, да? И поставили теперь пятки на землю. Стараемся поставить, да? Хорошо. Ладонями толкаемся назад. Шея, продолжение спины. Опустили, да, лицо вниз. И опустили пяточки на пол. Стараемся тянуть пяточки к полу. Колени прямые, тазом тянемся вверх, как будто вас за крюк подвесили с потолка. Живот втянут. А можно подпружинивать? Конечно, конечно. Растягивайте подколенные связки. Задняя поверхность бедра растягивается. Если недостаточно сильно, можно руками к ногам поближе подойти, соответственно. Правую ногу вверх. Прямую, носок на себя. Чуть-чуть разверните бедра к поднятой ноге. Согните колени. Ногу. И шагните этой ногой вперед. Отлично. Вот здесь пружинки. Угол колен 90 градусов. Поставь руки, да, хорошо. Настя, плечи прямо, спину держим, молодец. Небольшие пружинки. Хорошо. Все молодцы. Чуть-чуть подтяните заднюю ногу и выпрямите переднюю с прямой спиной. Выпрямили, согнули. Выпрямили, согнули. Давайте вместе выпрямили, согнули. Еще немного. Выпрямили, согнули. Руки поставьте сюда.
внутренней стороны стопы и чуть-чуть скосолапьте ногу, которая впереди, растяните еще сильнее. Миша, если тяжело, на колено поставь ногу. Задняя нога прямая в колене, да. Молодец. Если возможно, на локти опуститесь, если получится. Я не сказал. Хорошо. Настя, спина прямая. Молодец. Люба, спина прямая. Отлично. Да, лучше тогда так делай. Хорошо. Отлично. Вернулись. Собака мордой вниз. Предыдущее наше исходное положение. Тазом снова тянемся вверх. Толкаем его ладонями назад. Хорошо. Молодцы. Спина у всех прямая. Хорошо. Поднимаем другую ногу, левую вверх. Носок на себя, нога прямая. Разверните чуть-чуть бедра вверх в сторону поднятой ноги и согните ногу. И вынесите ее вперед. Угол колени 90 градусов, задняя нога прямая. Спина прямая. Небольшие пружинки. Растягиваем. Прямая задняя нога. Хорошо. Отлично. Хорошо. Чуть-чуть подошли к ней и выпрямили переднюю ногу. С прямой спиной согнули. Так, друзья мои, не забываем дышать. Выдох. Сейчас Миша вот сзади упадет. Потому что он забыл дышать. Это очень важно дыхание, что не забывайте дышать. Дыхание ровное всегда. Молодцы. Ладони поставили с внутренней стороны. Скосолапили чуть-чуть ногу. Колено вывели в диагональ. Растянули еще сильнее бедра. Хорошо. Поставили прямо. И на локти, кто может, с прямой спиной. Отлично. Молодцы. Переходим в планку. Согнем спину. И идем руками назад. Планку. Все. Планку спина. Да, смотрите. Локти близко к туловищу должны быть, да? То есть не разводите в стороны. К себе. Втянули ягодицы, втянули колени. Пресс погнали вниз. И вышли. Опа, красавица, молодцы. Ушли назад. Поза ребенка. Отдыхаем. Становимся в позу в бокс. 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 Коробка. Правую ногу выпрямили. Носок на себя. Вверх. Вверх. Носок на себя даже. Ага. Оп. Энергичное движение. Пресс втянули. Оп. Выдох. 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 Сильные ноги, ага. Через верх, влево, вправо, влево, вправо. Молодцы. Еще. Отлично. Нога, которая работала, вынос вперед, я и садимся на бедро. Хорошо, стараемся плечи назад, корпус прямо и посередине, то есть не заваливайтесь в сторону своей ноги. И если получается, ложимся на бедро и стараемся расслабиться. Отлично, давайте поменяем теперь. Снова мы возвращаемся в бокс. Теперь нога, да? Носок на себя. Вверх. И
через верх. Вправо, влево. Старайтесь спиной, корпусом не вилять. Для этого напрягите пресс. Отлично. Еще чуть-чуть. И теперь эту ногу выводим. Ложимся на спину. И ко мне, Марин, ты повернись ногами ко мне, чтобы меня видеть. Будет небольшой напресс у нас с вами блок. Пресс очень важен, чтобы он сидел. Правую ногу со мной вверх. Левую. Опустили. Колени к груди. Колени к груди отдыхаем. Ноги на исходную позицию. Выпрямляем по очереди правую и левую ногу. Здесь, как вам удобнее, можете как будто на велосипеде, можете поочередно. Пресс работает в любом случае. Руки за голову, не делаем замок шеи, не толкаем, просто рядом с руками, рядом с головой. Поднимаем лопатки и к противоположным коленам. Отлично. Отдохнули, колени к груди, расслабились. Перевернулись на живот. Продолжим. Планка на локтях. У всех таз внизу, спина прямая. Отлично. Правое колено. Себя. Молодцы, хорошо. Одной рукой держитесь за голень, другую руку положите на бедро, на бедро этой же ноги. Хорошо, толкаете ей вперед, а ногой делаете противодействие. Напрягаете бедро, да, то есть квадрицепс напрягаете. И рукой толкаете. Противодействие. Сильные ноги. Расслабились. И еще сильнее вниз теперь ее. Теперь подколенная связка еще сильнее растянулась. Хорошо. Молодцы. И еще разочек. Толкаем бедро рукой, а бедром на руку. Сила.
Расслабили эту мышцу и растянули противоположную. Еще сильнее. Отлично, молодцы. Поменяли ноги. Осторожно поднимаем ее. Здесь сильно не дергаем сперва, да? Немножко на выдохе. На каждом выдохе. Застыли. И толкаем рукой снова. И бедром на руку. Мышцы ноги напрягаются. Расслабили. И еще сильнее потянули на себя ногу. Бицепс бедра растянули. Еще раз. Напрягли бедро, рукой толкаем в него. Расслабились. И еще сильнее потянули. Молодцы, расслабились. Потянулись ногами вниз, руками вверх. Растянулись полностью. Желудок прилип к позвоночнику. Можете закрыть глаза, да? Немного полежать. Хорошо. Сели. Давайте все повернемся. Отведите ягодицы, сядьте на седалищные кости. Плечи назад, спина прямая, вверх. Вдох. С прямой спиной. Ногам опустились. Колени зажали, ноги прямые. Положили на бедра руки. Спина прямая. Толкаем снова руками вниз, а бедрами вверх наоборот. Напрягаем мышцы квадрицепса, да? Напрягаем сильно, сильно, сильно. Расслабили. И еще ниже опустились. Три дыхания. Вдох, выдох. И снова толкаем. Сильными ногами расслабились. И еще ниже ушли. Старайтесь спину растянуть здесь. Для этого руками тянитесь. Сгибайте в локтях руки. Животом на бедра. Старайтесь лечь. И старайтесь расслабиться в этом положении. Хорошо, поднялись. Повернулись к лицу. Стопы вместе. Колени тянем. И колени в пружине. Да. Спина прямая, головная кошка тянется в потолок. Задержались в самой низкой точке. Правую ногу, левую ногу. Загнули. И осторожно наклоняемся. Выпрямляем ноги. Стараемся отклонить немножко верхнюю плечок, посмотреть через подбородок на потолок. Растягиваются мышцы спины. И повернулись, выпрямили ноги. Животом тянемся вперед. Чуть-чуть можно попружинить, только очень-очень осторожно. Молодцы, давайте поменяем. Расправить плечи. И через верх. И повернулись. Еще одно замечательное упражнение на плечи сделаем. Специально для тех, у кого был вчера день рук.
становимся в позу бокс. Ближнюю ко мне руку опускаем на плечо. Ложимся на него. Хорошо. Поменяли. Хорошо, поменяли. Назад. Замок за спиной. Потяните вниз. Опуститесь тазом на пят с прямой спиной, руки вперед и расслабьтесь. Поза ребенка. Хорошо. Перевернитесь на спину. На спину согнутые ноги перед собой и с внутренней стороны возьмите за стопы. Согните ноги, потяните на себя колени вниз. И покачайтесь немножко вправо-влево. Помассируйте спину. Поза веселого младенца. Ну, согни ноги-то посильнее. Согни, Лиз, да? Да, прекрасный веселый владелец. Всем нет, я запариваюсь. Все. Поднимаемся. Согнись полуголовно. Делаем вводный вдох. Стопы вместе. Колени тянем к полу. Пружины. Не сильно. Хорошо. Задержались в самой нижней точке. Чуть-чуть подтянули. Спина. Могу, в принципе, на выше вверх. Ужасно. Мы так делаем с тобой постоянно. Лоб заводить не свой начинал.